Претендентов было трое. Начальник СМУ-6 Треста номер 1 Давлетбек Хачимизов, директор школы номер 10 Владимир Давыдов и действующий глава Сочи Анатолий Пахомов. Сочи получил 360 километров новых автодорог, 480 километров газопроводов, 550 километров высоковольтных линий и 700 километров распределительных сетей. Очистные сооружения общей мощностью 555 тысяч кубометров в сутки. Новые объекты размещения на 24 тысячи номеров. На выступление у каждого кандидата всего 10 минут. За это время нужно не только представить свою программу, но и ответить на вопросы избирателей. Будет ли организован дополнительный заезд в микрорайон Светлана? Там была дорога, в свое время кто-то ее прихватизировал, мы назад ее вернули. И сейчас нужно ее привести в порядок. Мы приведем в порядок. Думаю, что до конца года он будет сделан. Вопросы у людей разные. Ремонт дорог, нехватка автобусных маршрутов, строительство больниц, развитие туризма, реконструкция ветхих зданий. На микрорайоне КСМ находится клуб, который раньше был сердцем нашего микрорайона. К сожалению, он сейчас в аварийном состоянии. Хотелось бы узнать, когда будет отремонтирован наш клуб. 2 миллиона рублей в этом году выделено на проектирование только. В этом году мы закончим проектирование, на следующий год обязательно приступим к ремонту. Высоко оценила деятельность Анатолия Пахомова депутат городского собрания Сочи Нора Лепсверидзе. Ко мне вот недавно приезжали гости из Санкт-Петербурга и из Юрмалы. Они были удивлены, они 7 лет не были в городе и не могли успокоиться, что можно за 7 лет преобразовать так город. Официальное выдвижение по итогам внутрипартийного голосования состоится в ближайшее время. Татьяна Нагорская, телекомпания ФКТ.